Всем привет, друзья, это канал Morgan Games, и как видите, мы с вами падаем в бездну, чтобы дать бой четырем королям, которые в прошлой серии нас так позорно в конце раздуплили. Просто вообще, вот, просто по всем параметрам нафиг. Вон он. Вон он, скотина. Подожди, где уже? Куда он уже делся-то? Вот он, король. Сука, король. Нифига себе, что это такое? Отвались. Будь так добр. Осторожно, аккуратно. Чувачелла, ты что-то попутал? Ты вот серьезно, мать твою, что-то попутал? Хорош. Нифига себе. Ты смотри, какая подачка у него. А, опять подачка. Опять та самая подачка. Сук. Нифига, тут надо блокировать. Иначе мы серьезно так просремся. Фига себе взрыв. Его бомбануло. Так, давай бегом. Забирай. И пошел к нему. К тому мудачине. А почему, блин? Я пытаюсь его атаковать, почему алебарда проходит сквозь него? Ой, господи, что-то он творит. Он меня жует, что ли? Нет, он что-то высасывает из меня. Смотри, какая рожа. Хера, перестань. Так нечестно. Ты не этот самый, не король чести, ты король лжецов и изменников. Ах ты сука. Я ж смаук теперь, меня хер убьешь. А! Аккуратненько. Да как? Эти захваты его. А что это вообще такое? Он какой-то чувак с какими-то деревянными наростами. Знаю я такую болезнь, которая когда человек в дерево превращается. Ты тоже таким болел? Сучка. Да задолбал ты меня уже, как бы вот. Понимаешь? Гаденыш, ты такой, этакий. Там, походу, еще один появился. А как, слышь, а как мне вас тогда всех контачить, если вас так много-то? Как вас тут нафиг контачить, когда вас так много-то? Они что, самонаводки, что ли? Это, походу, какие-то самонаводки у них. Господи, что делать? Оно сейчас ко мне прибежит. Тут разве что какой-то магией кидаться. Но магией кидаться тоже не вариант. Смотри, что происходит. Да как-нибудь, блин, не знаю. Чего алебарда по ним не попадает, я не пойму. Алебарда ни хренища не попадает по нему. Я так понимаю, надо успеть доконтачить одного короля, пока не пришел второй. Потому что если придет второй, то будет полная жопина. А если придет третий, будет еще полнейшая жопина. А если придет четвертый, сука, то будет, ну, вот типа вот такого, что сейчас будет. Короче, нам хана. Печаль, беда. Тут три короля, да, еще? Это еще три, а уже сложно. А если бы еще четвертый пришел, что бы тогда было? Да вообще был бы пиздос. Жопа какая-то. Не знаю, костра нет. Ребят, я вот что подумал. Королей королями, но давайте пока перед тем, как к ним идти, посмотрим, что вот в этом тумане. Вы же помните, тут туман, короче, был, там где эти сортиры стояли, короче, и тут эти... Странные рыцари в черепах, короче, стояли в таких доспехах. Блин, короче. Сейчас разберемся. Оп! Да, свидос. В общем, почему я снова здесь? Потому что я решил пока... Нифига, темную руку нам выдали. Что за темная рука? Сейчас посмотрим. Короче, я решил перед тем, как идти к королям... Давайте посмотрим, что еще вот это вот за темный туман такой. Потому что я, в принципе, ж думал, что он ведет как бы к боссу. Но оказалось, что босс-то там дальше. А здесь тогда мы не знаем, что. И сейчас почитаем еще, что нам за темную руку дали. Что она вообще как бы позволяет нам делать. Так. Где это такое? Что-то я тут пока не наблюдаю. И? Может, здесь? Нету ключи. Нету. Может, это оружие какое-то или заклинание? Да ё-моё, что за темная рука? Алло, кто? Объяснит. О, нифига, подожди. Темная рука. А, это та самая штуковина, которая они у меня, я еще называл, наказывали. Типа по голове, короче, за голову брали, что-то из меня силы высасывали. 200-ка атаки магической. Она, вон, смотри, атака тьмы. 130 урона, короче, тьмы.
Темные тени, подстрекаемые Каасом, использовали это оружие и силу темной души для поглощения человечности. Это оружие также выступает в роли своеобразного щита. Древние могли высосать человечность даже из святого мгновения ока. Нихера себе. Нихера себе. Короче, это чтобы человечности высасывать. Прикол, приколович, а ну погодь. Это мне уже любопытно стало вдруг. А ну-ка, одень. А ну-ка, возьми-ка ее. И как бы чё? А я из той жопы могу высосать человечность? Чисто из интереса. Так, ладно, пойдем-ка в этот туман, посмотрим, что здесь. Немножко расслабимся, потому что эти короли нам немного нервы-то потрепали. И это еще мягко сказано, что немного. Чувствую, мы с ними дольше провозимся, чем с любым другим боссом. О, здрасте. Не ожидал вас тут увидеть, ребят. Да нихера он не высасывает. Чё, прикалываетесь? А щит? Где щит? Вон оно чё. Не, давай пока баловаться особо не будем. Давайте потанцуем пока с алебардой с нашей. Да чё там ногой? Это как, знаешь, как твое место возле парашия. И ногой меня бьет, падла. Это тебе за ногу. Отдыхай. Ну, смотри, как раскорячился. Так, а тут у нас ништячок. Он охранял, смотри. Хата и ништяк. А ну, подожди, по бокам никого? Тут по бокам обычно засада. А, большая душа гордого рыцаря. Вот это и все, что охранял туман? Да быть такого не может. А ну, погодь. А ну-ка, погодь. Хорошо. О, бля! А, тьфу, я думал, это кто-то с большой головой, а это щит. Иди вон. Да пошел бы ты, слышь. Зажал тут меня и капец, и радуется. Эй, как из хаты выйти? Стой, 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 стой. Кто не охота в угол зажаться? Иди сюда давай. Мудак. Соображаешь, дурак? На. Все, выпей, выпей, выпей. О, хорош, нормально, молодец. Сейчас узнаем за то, что находится вот там. Может, там что полезное находится? Может, там что-то ценное? Может, там то, что поможет нам победить короле... И... смотри, мы просто вышли с другой стороны ко входу в это... В руины драконов, смотри. Мы вот там были, и вот там походу, вход к четырем королям. А здесь как бы мы можем просто спуститься вниз... И как бы все, и больше ничего. Только попасть к этим вивернам можем. Но туда я идти пока, ой, как не советую, ой, как не советую, потому что они мне только все собьют. Все будет очень херово. Я даже не знаю, кто опаснее, короли или виверны. А ну подожди, тут ничего нет? Вот в этих вот чашах. В вазах. Нет, ничего, только осколки и пустота. Зияющая пустота. Хорошо. Точнее, конечно же, ничего хорошего, но... Подожди, как это я... А как же достать эту штуку-то, а? Как же нам так туда раскорячиться, чтобы туда залезть и достать вот то, что там светится? Явно же там не просто так это все. Явно же там положили специально в труднодоступное место что-то явно хорошее. Я прям вот не сомневаюсь, что там что-то хорошее. Но как это хорошее достать? Может, тут где-то в парашах лестница есть? Я в этом сомневаюсь, потому что тут что-то не видно. Лестниц. Да бляха-муха, я забыл, что тут была лестница винтовая, смотри. Сейчас достанем. Если нас не достанут здесь. Тихо, сотри, 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 сотри. Красавчик. Оп, всего лишь душа отважного воина. Ну, в принципе, до нее не так-то сложно было добраться, потому тут не особо ценный ништяк. А тут что? Или кто? Тоже возвышенность же какая-то. Падение впереди. Я вижу, что не позади. Куда оно все ведет-то? Куда оно ведет?
Тихо. Подъем наверх какой-то здесь. А вот тут вот что? Такая многоходовочка здесь, что прямо глаза разбегаются, куда бежать. Это есть такое что-то вот ощущение такое, что хочется и туда, и сюда хочется, и хоть ты что. Сейчас мы все исследуем, сейчас вообще все разведаем, все узнаем, что тут такое, везде побываем. Подожди. А ну стоп. Или это знакомое место, или просто дежавю. Ну-ка, вот так вот давай пройдем. А, да тут сундук у нас. А что здесь? Очень большой уголь, нихера себе. Аж очень, очень. Вы уверены? Ёб твою мать. Это ж банши, да? А где ты, сучка, орешь? Ай! Это за то, что я твой уголь забрал? Бля, ладно, тихо, спокойно. Все хорошо, нормально. Сейчас почитаем, что этот уголь умеет, только давайте спустимся пока вниз, от греха подальше. Там где-то эта скотиняка орала, и неохота, чтобы она на нас напала. Лучше от нее уйти и к королям уже пойти. Падение впереди. Да не было там падения, чего вы врете, вы все. Сбиваете с толку. Тут и так вся игра сбивает с толку. Игра просто создана, чтобы унижать, опускать, с толку сбивать. А тут еще эти, короче, пишут мелками всякими. Там падение впереди, говно позади, короче. Тебя еще больше запутывают. Ох, хорошо так приземлились. Нормально. Че, пойдет? Давайте почитаем. Что там за уголек такой? Уголь для улучшения оружия. Ну и понятно, что не для ухудшения. Огромный качественный уголек имеется у кузнецова Сторы. Улучшение для стандартного оружия плюс 10 позволяет усилить до плюс 15. Доводит до уровня легендарного оружия. Сотри, короче. Если мы какое-нибудь оружие решаем усилить до плюс 10 стандартное, то оно потом может еще его прокачать дополнительно до плюс 15. Нам, кстати говоря, надо бы что-нибудь выбрать. Какое-нибудь оружие, которое у нас не улучшено там ни по чарам, ни по молнии, ни по огню. И сделать его реально стандартным. Улучшать его именно как стандартное оружие, после чего сделать его легендарным. Давайте подумаем, что же нам можно выбрать такое. Я там помню, был, по-моему, то ли клевец назывался, то ли как-то еще что-то вот такое мощное. И меч там какой-то был такой мощный, по-моему, двуручный меч, мы что-то там брали такое. Кстати говоря, двуруч. Можно двуруч реально улучшать. До плюс 15 его так усилить, и это будет вообще просто непередаваемый меч. Двуруч, они, ты знаешь, они какой урон наносят. Они, ты что? Там размахнешься, и пол человека можно разрубить. Если постараться, конечно. А давайте тут спидранить. Просто проспидраним нахрен туда. Все равно эти падлы меня хрен догонят. Сука, иди ты в спину бьешь, как собака. Как крыса в спину, сука, лупит. Ой, блядь, ну зачем? Если я сейчас переживу, я буду просто герой всех времен и народов. Как я так вообще умудрился-то? Не знаю, вот не знаю, вот просто умудрился. Просто так получилось. Чё, все хорошо, все нормально. Не обходите меня, не заходите сзади, суки. А! Я хотел проспидранить, и вот как ж там поскользнулся-то на дерьме на каком-то, ну как так получилось-то, позорно. Ну что, пытаемся в очередной раз это сделать, на этот раз пытаемся с мечом Нита. Может, он нам окажется полезнее, чем то, что у нас было до этого. Ух, тихо, осторожно. Сейчас самое главное, убить короля первого, который появляется самый-самый первый. Где он? Вот он, вот он, вот он. Идем к нему, быстро идем к нему. Потому как если появится уже потом следующий король, будет как-то затруднительно воевать. Да хорош тебе там, а? Заразель. Ну, какие у него подачки-то, а? Давай, давай, давай. Хорош? Блин, не хорош. Нихера не хорош. Обойди его, обойди. Что-то у него как-то
Жизни почти не отбираются совсем. Капец, вот это они крошат. Я хер его знает, как с ними воевать. Это серьезно просто. Это просто жопень. В общем, я пока пришел к нашему кузнецу Андре. Поглотил все души, которые у меня были, за исключением душ боссов. И теперь пока давайте-ка посмотрим, что мы можем улучшить для борьбы с четырьмя королями. И что можем там вообще ему отдать. Там же у нас был уголек новый. Ну надо же, какой великолепный у тебя уголь! Я много лет стою на ковальне, но такого угля не встречал. Может быть, ты отдашь этот уголь мне? Да забирай. Я всего лишь старый кузнец. Я бы левую руку за такое сокровище отдал. Ты, походу, и яйцо бы отдал свое левое. На. Что ж, большое тебе за это спасибо. Все остальное моя забота. Андрей Застора тебя не подведет, вот увидишь. Не подведи, уж не подведи. Я буду рассчитывать на это. Так, что тут у нас? Изменить ничего нельзя, давайте улучшать тогда пока. Что мы можем улучшить? Давайте-ка посмотрим меч дракона и меч Нита. Меч дракона можно улучшать, а не меч Нита. Сколько наносит? 265. Его можно улучшать с помощью демонического титанита. Давайте этим и займемся. Раз. Два. Три. 344. Нихера. Четыре. Хорош. Так. Все, походу, мы его до максимума усилили. Нифига. Вот это мы разошлись. У Тикатана небес. А, у нас душ уже мало, смотри. Уже мы, короче, хер мы тут усилим. У Декатана пока нам не надо трогать. Нам надо что-то другое что-то потрогать. Например, вот нашу вот алебарду молнии усилять до конца. Потом, а на что там нам надо было? А, коса жизни, демонический титанит тоже требовала. Тут, конечно, и душ надо много. Коса отнятия жизни. Ничего, мы и найдем еще этот титанит, в принципе. Можно его, если что, купить. Разберемся, там потом разберемся. Тут нам пока ничего усилять особо не надо. А что там дальше еще с оружием у нас? Ну, это алебарда, понятно. Тут надо нам обломки титанита. А вот куда она надо была. Точно, обломки титанита. Давайте тогда использовать пока. Пока они у нас есть. Алебарда молнии плюс 3, алебарда молнии плюс 4. И алебарда молнии плюс 5 за кусок титанита. Ну, давай-ка. Красавчик. Ух, нифига, у нас... Ачивка, оружие молнии. Короче, мы по полной его усилили. Алебарду нашу. Вот теперь я готов к бою. К любому, кстати говоря, бою. С любыми врагами. Давайте сюда, все на меня. Залупайтесь, собаки. У Тикатана небес. Давайте еще у Тикатана небес до пятерика усилим. Все. Ну и как бы пока что все. У Тикатана небес усилено. Странно, что ачивку не дали за Тикатану. Как бы небес же что же должны давать, насколько я знаю. Люцерн Хаммер. А где тут двуруч наш? Вот, двуручный меч. Надо осколок титанита, который у меня пока что только один. А надо штук 10. Или что это такое? Походу, да, хрен его знает. Короче, надо двуруч еще будет прокачивать. И прокачивать его надо будет до этого. До максимума, до плюс 15. Это мне нужно больше всего сейчас. Ну и, конечно же, косу нам советовали, чтобы косу тоже прокачать по максимуму, она будет довольна у нас таким убойным, забойным оружием. Итак, давайте-ка посмотрим теперь на наши Утигатану и наш меч Нита, что они теперь умеют, как они у нас теперь наносят. 397, почти 400, есть разница, ты что, это урон, это просто урон, мать его. И Утигатана, тьфу, какая летика, господи, уже просто почти час ночи. Алебарда молнии плюс 5, 275. Ну и там 275 на молнии. Ладно, окей, хорошо. Давайте теперь за кадром я перемещусь к этим королям. И мы наконец попробуем уже их завалить. Надеюсь, получится, потому что урон стал больше. Надеюсь, доспехи Хавелла еще тоже свое дело сделают и свое слово скажут. В общем, погнали. Так, давайте пока что королей попытаемся зафигачить нашей прокачанной до максимума алебардой молнии. Если вдруг у нас это не получится, то будем фигачить их тогда мечом Нита.
Ну, одно из двух явно должно помочь, потому что оба оружия у нас просто максималочка прокачана. Просто вообще красавчики. Тихо, тихо, вот там они сейчас появятся. Ну, по крайней мере, один из них. Я не ошибаюсь, не? Не ошибаюсь, сука, отдай мои души. Фидер, отдай души. Ух ты, кат. Души отдай. Все, спасибо. А! Зачем ты пьешь? Я, кстати, еще надел кольцо защиты от физурона. Думаю, оно тоже должно хоть как-то да помогать. Да куда ты отходишь постоянно от меня? Иди сюда ко мне поближе. Мудак. Мудель. Мудель. Пудель. На, урод. Король. Ты не король. Ты шут. Гороховый шут. Твою мать. А, не-не-не-не-не-не-не. Знаем, мы плавали уже. Эту атаку твою просчитываем. Тихо. Блин, не достаю. Он же еще, скотина, отходит же, видишь? Отходит, чтобы эту свою магию выпустить в меня. А я уже знаю эту твою атаку. Уже ты мне так просто не наебешь. На. Зараза, сейчас уже там он второй появился, видишь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По периметру трупа херачит. Тупо по периметру. А ну спокуха. Не, все-таки, я думаю, меч Нита у нас бы был тут поэффективнее, чем вот это вот все. Тихо, одного уделали. Главное, чтобы это не стал наш первый и последний король. Тихо. Да блин, задрал. Там он, по-моему, еще появился, нет? Хер его знает. Расслабляться пока не надо. Их же тут 4 еще. Так понимаешь, еще это все, еще это цветочки. Вон уже один засветился там. Видал? Тихо, тихо, тихонечко. Тихо, тихо, тихо. Мы же не хотим проебать, правильно? Мы же не хотим, чтобы все у нас не получилось. Мы хотим, наоборот, выиграть эту битву. Я не могу, блин, как? Нет, я могу, нельзя говорить, я не могу. Иначе вот тогда точно не смогу, потому что иначе я сам себе накаркаю жопу на свою голову. Убей ты его, сука. Пей. Пей, я тебе сказал. Да, блядь, вот этот... Откуда ты-то взялся? Тебя просили влазить, когда два мужика разговаривали, блядь. Мужской разговор влез. Падла. Вот так вот друга звать, короче. Друг всегда встрянет и набьет рыло, а ты потом виноват и останешься, что ты типа шестерка. Сука. Так, теперь мы взяли меч Нита. Попытаемся с королями разобраться этим мечом. Так, где наши души? Быстро. Быстро. Пошел, быстро. Забирай, 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 забирай. Один уже вылез. Сейчас начнет гасить нас. Блин, уже подошел. Ладно. Коли ты подошел... Ах ты гад. Коли ты подошел, я буду с тобой петлять. Наши общие с тобой дела. Чувак. А то что ты вдруг подошел-то, а? Я тебя просил подходить. Говно. Слышь, говно? Да какого... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то как-то все плохо. Тут же он второй вылез, а я пока этого еще не добил. И как вот его добить, прикажете, а? Да твою мать. Это уже просто паскудство какое-то пошло. Скотство-паскудство. Скотство-паскудство. Да добей ты его, ну. Ну, один есть. А, 3 осталось. Нихера себе, подожди. Сейчас мы и с тобой допетляем наши дела общие. Ах ты говно. Вот это разнос. Там он третий появился. Я еще этого добить не могу нормально. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Эти твои взрывы ты не к месту как бы даешь. Тихо. Как бы совсем не туда, куда... Нет, туда, куда положено. Не надо, ты чё? Ты попутал что-то. Кажется. Конечно, когда кажется, креститься надо, но он, походу, реально попутал. Мне не может казаться такое. Тихо. На. А ты летай пока там вокруг нас. Ты не вмешивайся, пока мужики разговаривают. Тут мужские совсем темы. Тут вообще тебе туда лезть не надо. Ух, блядь, походу, там еще один появился. Если я, конечно, не ошибаюсь... А я редко когда ошибаюсь. Тихо.
Тихонечко, тихонечко, мать ты, тихонечко. Он уже атаковать лезет нас. Следующий. Говно. Говно ты собачье. Знаем, мы такие атаки плавали уже. А-а-а. Говнище. Нет, нет, нет. А он такой, да, да, да. Жесткий король. Безумный король. На, безумный король. Ох ты, там уже... Там видал, там еще один засветился. Сейчас будет вмешиваться в мужские разборки. А что это их опять три? Я ж тут мочил уже. Как бы. Разве нет? Да идите в жопу, слышь. Я ж мочил там уже. Одного ж короля мочил. Там двух замочил. А еще один пришел. И уже их пять королей. Блять, он походу... Они походу везде меня окружают. Совсем нехорошо вот сейчас. Успокоился король. Король, я тебе приказал. Я твой король, а не ты мой, блядь. Откуда вас там столько берется? Нет, ну только не эти захваты. Но эти захваты это беспроигрышный вариант для королей. Я тебе говорю, это серьезно беспроигрышный вариант. Это вот просто вот все. Это нам сейчас хана будет. По ходу дела, да? Вот сейчас тихо было, подожди. Вот сейчас, по-моему, красиво было сейчас. Тихо. Тихо, я тебе сказал. Да ну ты нечестно, ну ё-моё, ну ты видел, сколько им оставалось? Ну чуть-чуть. Чуть-чуть, блядь. Наверное, это не сегодня. И лучше я завтра их сделаю с новыми силами, короче. Итак, прошло уже 2 дня с тех пор, как мы последний раз записывали последнюю сцену с королями, и теперь мы снова вернулись сюда. У меня просто не было времени нормально записать, потому что у меня были то выступления в театре, то всякие дела, короче, полно всякой неотложной мутаты, потому королей пришлось перенести на вот сейчас. Поэтому надеюсь, что теперь мы вернулись уже отдохнувшими, вернулись более в здравом рассудке. Сейчас мы им дадим-то просраться, сейчас мы этим тварям-то покажем, кто король, а кто тут вообще просто вот слуга. Кто тут ничто? Кто тут абсолютно, вот понимаешь, никто? Король, тоже мне король. Какой из тебя король? Ты шут гороховый. Вот ты кто. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы все сделаем, я отвечаю просто на дурачка отвечаю. Сейчас мы все, короче, нормально разрулим. Смотри, что творит. Смотри, что он творит. Хорош, одного сделай. Забирай быстро души, быстро оживляйся. Где второй? Где второй король? О, бегом к нему. Айда к нему, айда к нему, айда к нему, айда к нему. Пошел ты. Нафиг иди. Нафиг иди. Бляха-муха, тихо. Смотри какой. Смотри какой. А, он хватает, блин, когда он так делает, он же хватает. Надо ж запомнить было уже это. Так, погодь, хорош дышать перегаром своим на меня. Королевским перегаром нафиг. Иди, иди вон. Нет, 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 взрыв не... О, хорошо, как я, смотри, как я вовремя нацелился-то, вовремя на него нацелился. Падла. Смотри, что творит. Что я им по ним попасть не могу, погодь. Да хватит уже, слышь, слышь. Браток. Не на того ты батон крошил, ах ты гад. Не на того ты булки крошишь. Сука. Убей! 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 Бегом к тому, бегом. Где, 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 блядь, четвертый, третий, какой там, второй, сука, третий. Во! А что ты отходишь? Вон бы пошел. Вон бы пошел. Бляха-муха, подожди. Спокуха. Твою мать. Немножко, вот просто немножко. Да когда ты одними и теми же атаками-то фиг... Нет! 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 Пошел вон! А, это не захват был. Это магия. Блять, а вот это что? Тоже магия. Иди нафиг, слышь? Пей быстро. Срочно просто пей. Спокуха, братан. Ща все будет. Не надо этого делать. Не надо этого делать, чувак. Не надо. Я тоже так могу делать. Иди нафиг, слышь, там тебе пара ударов-то осталось. Крошит уже второй меня крошит.
Угаси, угаси, угаси его, угаси, все. Где тот, который крошил? Во. Иди в жопу. Сейчас тебя осталось завалить их хана. Все, хана! Надеюсь, не нам. Я ж прицелился-то на него. Блять, там они все вылезли. Короче, когда последний остается, они тупо все хором вылазят и начинают хоралы водить. Сука. Да ты что творят? Да ну, гасани ты его, ну. Гасани ты его. Гасани, гасани, гасани. Блять, один удар. Давай. Получать, я говорю, нам реально серьезно надо было взять просто чертов перерыв, понимаешь, чертов перерыв на 2 дня, и вот я реально пришел отдохнувший, расслабившийся, и королей нет в живых. Осталось теперь узнать, только появится ли, а вот он появился, осколок великой души, человечность хорош, человечности 4 штуки, нихуя, нормально, спасибо, ребят, 60 тысяч, 60 косарей нам дали. Сейчас самое главное, знаешь, как мы уже привыкли делать, когда нам дают много, мы потом берем все это, просираем. Сейчас сразу надо до того, как кот упереться, надо тратить. И костер там тоже, смотри, какая красотель. Главное сейчас до костра-то дойти, не свалиться тут никуда в пропасть какую-нибудь, а то тут не видно, где я хожу. Привет, Каас. Я ради тебя надрывался столько, ради тебя я Сифа убил, не пошел в ДЛЦ. Ради тебя, блин, столько сил потрачено, погоди, дай посижу, а то вдруг сожрешь. О, господи, все, мы это сделали, мы можем теперь вздохнуть. Спокойно. Сядь. Лучше сядь. Так, хорош. Я не знаю, повышать ли нам сейчас уровень, давайте пока поговорим с Каасом. Потом будем думать, что нам повышать, или сначала, может, что-то купить. Привет. Приветствую тебя, мертвец-воин. Я изначальный змей, темный охотник Каас. Я направлю тебя и открою тебе истину. Я без сожаления открою тебе правду. После пришествия огня древние повелители нашли 3 души. Но твой прародитель нашел 4-ю душу, не похожую на другие. Это была темная душа. Твой предок заполучил темную душу и стал ждать, когда огонь погаснет. Вскоре пламя ослабло, осталась лишь тьма. Осталась лишь тьма, да, так и было. Так начался век людей, эра тьмы. И все же, повелитель Гвин испугался тьмы. И людей, и темного повелителя, который однажды среди них родится. Желая вернуть эру огня, повелитель Гвин воспротивился естественному ходу жизни. Он пожертвовал себя огню и приказал своим детям направлять людей. Гвин затуманил твое прошлое, чтобы помешать рождению темного повелителя. Я изначальный змей. Я исправляю ошибки прошлого, чтобы найти нашего истинного повелителя. Но другой змей Фрампт потерял рассудок и встал на сторону повелителя Гвина. Мертвец-воин, мы на распутье. Только мне известна правда о твоей судьбе. Твой долг убить теряющего силы повелителя Гвина, который объял огонь и воспротивился природе, и стать 4-м повелителем, чтобы возвестить приход эры тьмы. Что вы выбираете, да или нет? Как бы тьмы тут и так много в Dark Souls. Куда еще больше приводить ее сюда, в наш мир? Лучше, когда костры, лучше, когда огонь. Поэтому Гвин, в принципе, прав. И Фрампт, я ему кормлю, он всякие предметы, он мне души дает. А ты мне что даешь? Только пустые обещания? Конечно, нет. Чепуха. Ты в своем ли уме? Это возмутительно. Разве лучше быть рабом? Разве истина для тебя ничего не значит? Я не могу это принять. Невозможно. Невыносимо. Пошел нахуй. Будет с тебя. Прощай, жалкий человек. Ну и вали.
Я вернусь в бездну и буду ждать истинного повелителя людей. Жди. Может, дождешься. А я к костру пока пойду. Ух, ладно. Давайте, короче, так сделаем. Я сейчас тогда за кадром перемещаюсь, возвращаюсь в храм огня. Потом я за кадром думаю, что нам можно прикупить, что нам можно сделать. Может, там еще какие-то есть оружие из душ боссов. Там еще ж души Сифа, по-моему, души Квилек. Там, по-моему, еще какая-то душа была. Лунной бабочки, кажется. Надо их всех посмотреть, что можно использовать. Душа Смога, по-моему, была. И посмотреть, сможем ли мы сейчас, вот имея наши ингредиенты, те, которые у нас есть, что-нибудь выковать. Хватит ли нам денег, хватит ли нам титанита, хватит ли нам, точнее, душ. О! А потом, как мы, когда разберусь, что к чему, уже буду вам это все показывать. Мы еще пойдем снова в руины Нового Лонда. Там нам надо зачистить будет некоторую территорию, которую мы не зачистили. Там как вот это вот спускался лифт вот сюда, вот в эту бездну, короче, который вел к бездне. Там, где вот эта масса большая была непонятная, там, где начались эти стражи с темными кулаками, короче. Там за лифтом еще можно было не спускаться, а пойти чуть дальше, там, где нас постоянно убивала эта банши с ребенком. И там, короче, была какая-то территория еще одна, что-то я там уж не помню, где мы там не завернули, куда. Ну, короче, где-то там что-то осталось неразведано, и надо будет еще посмотреть долину драконов. Надеюсь, мы уже с вивернами там можем расправляться. Надо будет разобраться еще с красной вивер. Ну, короче, планы, планы, планы. Это все потом. Пока что оставайтесь с нами, с вами был Морган. Мы наконец-то убили четырех королей. И скоро, совсем скоро продолжим продолжать дальше. Всем пока-пока. Бляха-муха, погоди. Я не знаю, что, короче, произошло. Я, короче, за кадром пытался тут проходить. Я пришел, как обещал же, пришел, короче, к этому великану. Думал прийти в Анор-Лонда. Переместился к костру, а тут на меня напала вдруг почему-то хранительница огня. Я хрен знает, что она на меня напала, что она на меня залупнулась. Может, потому что я доспехи ее одел. Но, короче, я не знаю, что случилось. Сейчас, погодь, погодь, погодь. Погодь, погодь, погодь. На, сучка, а что ты нападаешь? Нихера себе! Урон от магии пошел какой. Щит возьми, ты что, дурак? Соображаешь, что ли? Совсем дурак. У меня ж души тут мои сейчас просраны будут, понимаешь? Она не пускает меня, отойти не пускает. Ты что, выпусти меня нахуй. Погоди, ты совсем, что ли, с ума сошла? Баба. Сумасшедшая баба. Куда ты идешь? А где мой меч, Нита? О! Ну, с ума сошло. Ты чё это? Ты чё это творишь-то? А чё это с ней-то? Почему она враждебно ко мне так относится? Меч свой зачаровала, тварь. Сюда давай иди. Вот сука. Что с ней происходит-то? Не врублюсь я. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Вот зараза, чуть не убила. Один удар ей остался. Тупо нафиг один. Все, но как? А как это как? Этот человек опасен. Сука, сама ты опасна. Магистр Гвиндолин. А-а-а! Потому что я Гвиндолина убил. Ну и пошла ты нахуй. У меня теперь две души храни... А, нет, одна, потому что я же одну уже потратил на прокачку фляги. А вторую прокачаю, потом потрачу на прокачку в следующий раз. Короче, это еще заканчивается в серии, никак не закончится, короче. Все, теперь точно пока. А я пошел проверять великана, что он может мне починить, выковать и все дела. Все, пока.